Проекты благоустройства общественных территорий рассматриваются в администрации города. В обсуждении принимают участие глава Нижнего Тагила, руководители районных администраций, городской думы, архитекторы. Сейчас подготовимся сами, предложим несколько вариантов и будем обсуждать публично данное решение. Выслушаем, какие замечания и предложения поступят от жителей. Вот, постараемся максимально, которое возможно, учесть для удобства, опять же, тех, кто там проживает на данной территории. И будем заявляться на финансирование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Участников совещания познакомили с проектами благоустройства парковой зоны в микрорайоне Муринские пруды, территории в микрорайоне Пихтовые горы, сквера за Дворцом культуры Юбилейный, площади Танкостроителей, территории на Черноисточинском шоссе. Их представили специалисты «Тагил граждан проекта» и Института «Тагил Трансмаш проект» научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». В ходе обмена мнениями был сделан ряд замечаний по доработке. Реализовывать проекты планируется в 2020, 2021 и 2022 годах.